Скажите, зачем жертвовать средства на строительство храма? Есть такое понятие удача в деятельности. Удача или богиня процветания – это супруга Господа. И все, что в жизни человека происходит, все зависит от удачи. Иногда у нас ничего не получается в деятельности, да, получается. И если у человека ничего не получается, то явный признак того, что он недостаточно пожертвовал денег на благие дела. А самое лучшее пожертвование – это пожертвование на строительство храма. Поэтому на самом деле благочестивые люди знают, что когда начинается строительство храма, то нужно вставать в очередь за то, чтобы первым пожертвовать. И пожертвовать самое, может быть, на алтарь, самое лучшее место для храма. Ну, неразумные люди думают, надо ли вообще это делать. Это уже их проблема. Спасибо.